Приветствуем всех слушателей нашего канала. Как же правильно хранить морковь? Об этом ежегодно думает каждый садовод. Из всех корнеплодов, которые выращиваются в наших климатических условиях, сохранить морковь на долгое время труднее всего. После того, как морковь собрана, просушена и отсортирована, и вся ботва удалена, она готова для хранения. И следующий этап – это подготовка места. Идеальным вариантом для зимнего содержания культуры является подвал или погреб на даче, ведь именно там легче всего соблюдать необходимую температуру и влажность. Традиционным приспособлением, в которое укладывается морковь, является деревянный ящик для хранения. Для того, чтобы уменьшить испарение влаги, на дно ящика насыпается влажный песок. Вместо песка можно использовать хвойные опилки, луковую шелуху или мох. Но лучше всего подойдут современные материалы, такие как перлит и вермикулит. Эти материалы незначительно поглощают влагу из воздуха и абсорбируют продукты газообмена, что препятствует развитию гниения. Их вы найдете на нашем сайте. Не рекомендуется ставить ящики с морковкой на пол. Здесь лучше предусмотреть специальные подставки или полки в погребе. Такой способ хранения очень эффективный и компактный, позволяющий на малой площади поместить значительное количество корнеплодов. Благодаря ему морковь долго сохранит первозданную свежесть и полезные качества. Пользуйтесь советами на нашем канале в рубрике «Справочник садовода».